Народ, всем привет! Сзади меня большой магазин Centerpoint в Эль-Айне, в Арабских Эмиратах. И сегодня мы там пойдем и оденемся по очень-очень хорошим распродажам. То есть выберем самые хорошие, недорогие вещи. Оденем сегодня спортивного человечка. Я училка физкультуры. Меня зовут Ольга Романова. Подписывайтесь на мой канал «Училка физкультуры в Эмиратах». И поэтому сегодня мы оденем именно спортивного человечка. Все, подписываемся, ставим лайк. Поехали смотреть. Вот смотрим футболочки по 9 дирхамчиков. 9 дирхамчиков — это вообще ничто. Вот ряд футболочек. Сейчас выберем какую-то прикольную. Вот я уже порылась, выбрала футболочку. Смотрите, между прочим, Ли Купер. Не просто так. Это Ли Купер здесь. Очень круто. И цвет такой. Цвет передает вам камера. Такой вот сине-фиолетовый. И вот еще одна футболочка. Welcome. Ну, такая себе. Ну, цвет понравился. И понравилось, что тут такие вот лев. Как Peugeot или как связано со сборной Чехии. Ну, с гербом Чехии. Мне нравится. Это сплэшевская. Ну, вот. 9 дирхамчиков. Еще здесь много цветов. То есть, футболка уже есть. Дальше шапочки. Смотрите, шапцы какие, да. Зимой нужны шапочки, потому что утром, вечером прохладно. Есть капа в основном здесь или купер. Мне вот такая вот Ли Купер нравится. Смотрим саму шапочку. Прикольная. Сейчас покажу вам в зеркальце, я уже ее одела. О, какая шапочка, как вам? Ну, по-моему, ничего. Такой шапец. Народ, смотрим, какие штанишки нашла. Это просто класс. Это джинсы с каповской полосочкой такой, да? Раньше Adidas были полосочки на спортивных штанишках, а сейчас каповские, вообще круто. Это стоит, написано 39, но я посмотрела, это стоит 49 дирхам. А вообще я просветила, оторвала чуть бирочку, стоило 140 дирхам. Конечно, скидка большая, но такие штанишки, да с футболочкой Ли Купер, думаю, будет неплохо. Вообще интересно, конечно, смотрится. Вот, целая сетка. Штаны класс, по-моему. Дальше рюкзачки у нас. Стоимость 70 дирхам. Мне это нравится, стоимость. Рюкзачки, в принципе, классные. Синий очень радует. Но вот что мне понравился. Вот серенький капа и серенький Ли Купер. Капа, наверное, выигрывает, потому что у него штучка для бутылочки есть. Мне это очень нравится. Это необходимо. И отделение первое, и основное. Спиночка. Есть, а у Ли Купера что? У Ли Купера одно отделение, ну спиночка тоже хорошая. Но отделение только одно. Вот есть второе, но сюда вот неудобно засовывать. Ни косметичку, ничего неудобно засовывать. Вот, поэтому выигрывает капочка. Капа в порядке. Самой недорогой обуви я нашла фирму Desi, или как там она пишется, потому что вся капа, капа шикарная по 129. Ну вот, смотрите, за 89 дирхам. Такой неплохой такой кроссовочек без шнурков. Как раз все, как любят дети в этих школах, без шнурков. Не знаю, как вам цвет передается. Цвет светло-серый, симпатичный. Вот, просто удобно, взула и забула. Одел и пошел, прикольно. Ну, вообще, вот вся линейка здесь по 89. Кроссовочки. Этот симпотный. Я хожу в каповских, вот таких же вот у меня капа, тоже в Зулой забула, типа, а здесь вся капа по 129, но я брала, конечно, меньше 100, всегда жду распродажи, всегда ищу их. Вот симпатичный, 129, сегодня неплохие распродажи, так что вот, спортивного человечка мы сегодня оделим. Итак, сегодня мы выбрали футболку серую за 2,4 доллара. Можно также футболку зеленую. На ваш вкус и цвет пишите в комментах, какая больше понравилась. Тоже 2,4 доллара. Дальше прикольный зеленый шапец капа за 7,8 долларов. Интересные спортивные джинсы, которые стоили 13,3 доллара. Рюкзачок капа серый с отделением для бутылочки за 19 долларов. И кроссовочки бесшнурковые за 24 доллара.
Итого весь спортивный шмот обошелся нам сегодня в 66,5 долларов за 5 вещей. Ой, пойдем-ка еще и в Вайкики посетим. А вот за мной известный магазин Вайкики. Все его знают и по странам СНГ, и в Турции видела и покупала в нем много всего. Вот, Вайкики мы зайдем сейчас, как раз мужской отдел перед нами, и выберем для мужичка. Оденем мужичка сейчас. Пошли в Вайкики, посмотрим цены, выберем шмот для мужика, а вы напишите, как он вам, подошел, не подошел. Сразу нашла такой свитерок, кенгурушечку. Очень прикольно смотрится и с таким воротничком еще вот. Вот это в Вайкике очень нравится, и цена вообще 79 дирхам, вообще ни о чем, классная. Вообще зимой, осенью, весной будет очень-очень классно и комфортно. Далее курточки очень классные, осенне-зимние. Да-да, в Эмиратах тоже бывает холодно. Вот первая, серенькая. А цена у нас 229 дирхам. И вторая, вот зелененькая, она мне вообще больше нравится. Симпатичная, 189 дирхам. Ну, какую выберете? Мне вот зеленая больше нравится. Выбираем зеленую. Позвали продавца, выяснили, что это тканевая курточка. Ну, я так чувствовала, что тканевая. Просто спросила, ну ткань. Это кожзам типа, или как мы говорим, курточка из Чебурашки. Вот курточка из Чебурашки намного симпатичнее. Очень круто смотрится. Из штанишек мы выбираем симпатичнейшие серенькие штанишки. По цене 109 дирхам. Такая интересная, такая мелкая клетка. Смотрится вообще очень хорошо. Сейчас повешу в более светлое место. О, вот такие вот штанихи у нас. Чё, прикольные, в принципе. А из ботинок кроссовочек я бы сразу несколько выделила. Как раз вместе висят. За 109 такие кроссовки прикольные. И вот ботинки, конечно. Вот такие ботинки песочного цвета. Вообще бомба, 139 дирхам. Они теплые внутри, но меха нет, конечно. Вот мех чего-чего в Эмиратах с мехом не делают. Уж не так здесь все плохо, не так холодно. Вот такие вот ботиночки. Еще вот красненькие за 79. Вообще распродажа. Они мне очень нравятся. Тоже материал такой. Ну, спортивная такая, вот как это называется. Найкожа некоторые называют. Спортивная резина такая. Ну, классно. Они смотрятся. На самом деле так, вру, они 109 смотрят. 79 вот это вот смотрят. Вот это вот небольшое такое, сказала бы, недоразумение. Они просто не очень красивые. Но вот то, что любят дети, бесшнурковые кроссовки. А вот эти вот красные за 109 тоже офигенно смотрятся. В общем, ботинок я бы выбрала аж 3 пары. Здесь все классно. А из футболок я выбрала вот такую футболку. Белую с надписью Stronger. Спортивного типа. Стоит она сколько? 49 дирхам. Ну, симпатичная футболочка. В ней будет прикольно. Зимой, поскольку у вас будет теплый свитерок. И курточка, и штанишки, и шапец можете надеть. Ну, вот сегодня такие 5 вещей мы выбрали. Ну, футболка хорошая. Итак, в магазине Вайкики свитерок кенгурушка стоила 21,4 доллара. Далее мы выбрали курточку зеленую за 51 доллар из Чебурашечки. Серенькие симпатичные штанишки за 29,6 долларов. Из кроссовок я выбрала все-таки песочный цвет за 37,7 долларов. И последняя футболка за 13,3 доллара. Итого весь шмот для мужчины в Вайкике стоил аж 153 доллара. Намного дороже, чем спортивный шмот в Центр-Пойнте.
сегодня у нас было видео такого формата «Лавли шмот», все любят шмотки. Мы одели спортивного человечка, мы одели мужичка в байкике. Пишите комменты, ставьте лайки, посмотрим, зашел вам этот контент или нет. Надеюсь, что да, по крайней мере, мне было интересно и не скучно, и разнообразно. После всего онлайн пойти и порыться в шмотках. Все, всего вам доброго, ставьте лайки, всем пока.